Здравствуйте, здравствуйте! Уважаемые любители футбола, мы находимся в Батории. И я думаю, что не будет. Слушайте, футболистам, необходимо включить. Вот там пока Александр Красова. Город Белгород, галочки смотрите, как развиваются события в нашей игре. Забивают хозяева поля. Происходит это на 11-й минуте. Уезжает мяч, как здорово развернулся и пробил! С правой ноги мяч оказался в сетке 1-1. Опоздал прыжком голкипер Тунгу, давайте говорить прямо. Давайте еще посмотрим. Да-да-да, площади, отличная передача последовала. Типа большом. Если бы даже обыграл голкипера, не был зайти. Опасная атака от гостей. 8 номер вырывается в штрафную поперечную передачу. Мяч оказывается в сетке. Залицо Лукаменко, да, так и есть. 9 номер забивает второй мяч. И третий. Ну, в данном случае здесь оставалось только попасть в ручные ворота. И мы, конечно же, отмечаем 8 номера Владислава Пухатова, который до вот которого выйдет на ручные ворота. Вот такой витенький. Что же будет подать? Подбор остается за гостями. Данилда! Передача направо получается незадача. Немножко потерян темп атаки. Но проходит передача штрафную, Большаков, но это мяч отставит! Михайлюк. Правый половина поля, а вот здесь не было отставить. Это корпус. Идет игру на себя, центр форвард по биту. Надо поделиться с кем-то. Тревета тянет одеяло на себя и забивает. Штрафной и передача проходит на Большакова. В этом случае арбитр назначит пенальти. Я так понимаю? Очень. Гарик, не забивайте, делайте то, что спокойно, стал гадать. Метровый Михайлюк. И на этом все. Наша встреча подходит к концу. Поздравляем Борисовскую ГТУ с победой. Вас благодарим за внимание. Еще обязательно услышимся на матче. Пока-пока.